Книга воспоминаний воина-интернационалиста о боевых буднях. В Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой прошла презентация поэтического сборника «Багряный рассвет» руководителя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов войны в Афганистане» Иссы Али Мамчуева. На его стихи сложено множество песен, которые не один год исполняются ветеранами афганской войны в разных уголках России. На презентации сборника побывал наш корреспондент Алихан Лепшоков. В поэтический сборник «Багряный рассвет» руководителя регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз ветеранов войны в Афганистане» Иссы Али Мамчуева вошли стихи, посвященные своим боевым товарищам. В нем воспоминания об афганской войне. В своем творчестве Иссы Мамчуев постарался передать героизм и храбрость советских солдат и офицеров. Собравшиеся дали высокую оценку работы, направленной на патриотическое воспитание подрастающего поколения и за воинский подвиг воина-интернационалиста. Ценность данной книги именно заключается в том, что автор все это пережил сам, увидел своими глазами. Он был там, где представители разных национальностей и одной большой страны держались друг за друга, как члены одной семьи. И выполняя свой воинский долг, они прикрывали друг друга, сражались как львы. Иссы Али Мамчуев является настоящим патриотом и имеет прекрасный талант организатора. На презентации собравшиеся могли послушать песни на его стихи. В книге Мамчуева отражены судьбы его друзей и сослуживцев. Прочитав стихотворение через призму слов, можно увидеть истинную картину афганской войны. Что касается Иссы Мусаевича, мы с ним не один год проработали. Он был, конечно, чуть помоложе. Такой же, но только такой же неуемный, такой же инициативный, но при этом такой же ответственный, такой же честный, такой же порядочный. На мероприятии учащиеся 6-й школы Черкесска прочитали стихи Иссы Али Мамчуева, а бард Сергей Зацепин исполнил песню об афганской войне на стихи самого поэта. Нас ловили в прицел, часто в спину стреляли, но мы шли, выполняя отчизны приказ. И теперь шурави, третий тост поднимая, с болью в сердце опять вспоминаю о вас. После сам виновник торжества рассказал о работе над книгой и выразил благодарность всем, кто принял участие в издании сборника и в организации презентации. Иссы Али Мамчуев вручил медали от Союза ветеранов войны в Афганистане, директору 3-й школы Усть-Джигуты Татьяне Черняевой и кандидату исторических наук Шамилю Батчаеву. Участник более 70 крупных боевых операций в разных провинциях Афганистана рассказал, что в своем поэтическом сборнике он постарался показать стойкость и героизм воинов-интернационалистов. Здесь не только афганская война, здесь и романтические есть стихи, песни, и, соответственно, про город Усть-Джигуту, про школу, которую я когда-то учился, про свою дочку, свою гордость, да, про свою семью, про своих родителей, соответственно, про своих друзей и про свой народ. Также на мероприятии представлены две выставки «Афганистан. Живая память» и из личной библиотеки Мамчуева, где много интересных книг не только из регионов нашей страны, но и стран СНГ. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.